В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о том, что в помещении магазина по улице Каширской ворвались неизвестные в масках с прорезями для глаз и пытались похитить кассету из банкомата. Полицейскими задержаны двое жителей Надеждинского района. Криминальный дуэт, гастролируя по Приморскому краю, совершил 5 преступлений – кражу, грабежи, разбойное нападение. Возбуждены уголовные дела. Ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности. Один из них в общей сложности провел в местах лишения свободы 17 лет за совершение тяжких преступлений, другой – 14 лет. В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия установлена причастность задержанных к 5 корыстно-насильственным преступлениям, совершенным на территории Приморского края. Криминальный след они оставили в поселках Раздольное, Трудовое, а также на территории Владивостока и Артема. Так, в поселке Трудовое они ворвались в магазин и под угрозой предмета, похожего на обрез, похитили денежные средства в сумме 118 тысяч рублей. Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование ведет Следственное управление МВД России по Приморскому краю. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, а также личности потерпевших и сумма причиненного им ущерба.